Так вот, казалось бы, вопрос. Может ли эта фирма заниматься зимним строительством? А давайте зададим этот вопрос. По одной простой причине. Вот люди как бы говорят, что строительство должно быть только летом. Так ли это на самом деле? Постойте, но по сути, СИП-панели вы можете монтировать в любое время. Фундамент. А давайте посмотрим, как делается здесь фундамент. Мысль грамотная по сути. И подтверждение. Зачем вам для грамотно выполненного каркасного дома фундамент? Тем более в России. У нас тут никаких ураганов-то и нету. Да и по сути, в местах там, где нет ураганов, такие конструкции возводятся на пирамидках из бетона. И с землей ничего не случается, да и с домом тоже. Но у нас покруче. Металл заворачивается на температуру промерзания земли, и у нас она 2 метра. Затем льется бетон. И у вас бетонный фундамент глубиной больше, чем заливной. А заливной фундамент — это залив всего на 0.5 метра. А потом что-то завалилось, и вашего дома-то и нету. Поверьте мне, я это снимал. Здесь 2 метра вниз, и вообще это круче, чем кто-либо вам даст. Ну и после, любимые наши СИП-панели и пенопласт. К слову, о промерзании. Такие штуки не промерзнут по сути. К слову, как его укрыть? Самый дешевый вариант – яхтный лак. Чуть подороже – профиль. И будет то добро ваше стоять, и уж поверьте мне, раньше уж вы крякнете. То есть это круто. И постольку морозиться с вами мы не привыкли, то вот вам синхрон в нормальном офисе, а не в клетушке в арендном помещении. По сути событий, что поменялось? Ничего же не поменялось? Ну, собственно говоря, как вы побывали на настройке, в принципе, сегодня уже середина октября, ничего на самом деле не изменилось. Я имею в виду темпы строительства, темпы возведения домов, ну и, соответственно, строительство по сути. То есть у нас все так же и осталось, строительный сезон не заканчивается, он только наоборот начинает набирать свои обороты в зиму. То есть мы получили ряд заказов, которые сейчас будем вести и строить зимой. Соответственно, люди не боятся, тем самым доверяясь этой технологии, они начинают вникать и познавать каркасно-панельное домостроительство как наилучший вариант теплого дома. Я просто посмотрел, ваше каркасное панельное домостроительство также развивается и в Америке, только цена вопроса. Или у вас дом, ну, скажем так, в 10 раз дешевле, чем тамошний стоит? На самом деле ценовая политика достаточно понятная и открытая. На сегодняшний день мы заявляем цену строительства дома — это 11 тысяч за квадратный метр. И 21 тысяча за квадратный метр — это уже под ключ. Вот. Тем самым, если ставить эквивалентно квартиру в каком-нибудь панельном доме, то получается, что 100 квадратных метров дом будет под ключ 2100. То есть это с учетом внутреннего и наружных отделочных работ. Вот. То есть о чем речь идет? То есть если человек может продать свою квартиру, да? По сути, он может себе построить дом. На самом деле у нас сейчас идет такая акция. Мы ее запустили еще летом. Ну и, соответственно, пытаемся ее поддерживать. То есть дом по цене квартиры. Полноценный одноквартирный дом на одну семью. То есть он будет по стоимости как квартира. То есть если это квартира 60 квадратных метров, то получается дом квадратуры чуть побольше, порядка 65-70 квадратных метров, цена у них будет одинаковая. Поддерживает у нас жилищное строительство государство. Что вы можете предложить? На самом деле государство поддерживает именно отдельно стоящие жилые дома, тем самым мы используем к реализации сертификаты материнский капитал и молодая семья. Ну и также есть возможность подготовить дом, строительство дома по программе «Жилье для российской семьи». То есть это челябинская программа, то есть она поддерживается губернатором, и, соответственно, люди могут сдать документы и тем самым пройти по этой программе. Вот. Ну и, соответственно, в предновогодних праздников хотелось бы людям обозначить, что при заключении договора в этом году, до конца 2015 года, будут большие приятные сюрпризы и большие хорошие скидки. То есть об этом они могут узнать у нас в офисе. Вы можете строить в любое время, и зимой в том числе. Технология, которая вам это дело позволяет, она и есть. То есть СИП-панели собираете, ставите на фундамент и продолжаете работать. Теперь возникает вопрос. Какой дом вы хотите? Хотите крутой,
Ну, продайте свою квартиру, купите себе крутой дом. Хотите то, что не напряжет ваш семейный бюджет и вы не влетите в ипотеку, постройте себе небольшой домик и живите в нем. Мест в действительности очень много. И куда приехать? Труда 49А и телефон 43 07 05.